были на самом деле очень красивых местах. Это незабываемые виды. Я скучаю по Карачаево-Черкесии. Для меня это был самый первый опыт, и все-таки это реально было незабываемо. Поэтому вот я сейчас осознаю, что вернуться туда когда-нибудь, для меня это необходимость, и я это когда-то сделаю. И, конечно, то, что мне это удалось для себя открыть, это большая заслуга. Все было очень кайфово, все было насыщено. Просто как бы не каждая минута, каждый час они были заняты чем-то интересным. И вот это, конечно, очень круто. Были ребята, которые кто-то с опытом, кто-то без. Всего 20 человек. Я вот когда пришел, я не умел костер развести. И по итогу все равно мне очень даже удалось приобрести какие-то базовые навыки. За это прям респект. Куча развлекухи, типа мы, ну реально, не было ни одного вечера, когда мы как-то угрюмо сидели по комнатам или типа того, каждый день то с гитарой сидим, поем, то если надо куда-то выходим, все прям, ну это реально с кайфом, то есть мы прокатились по таким местам, все время в движении, все время в каком-то действии, прям невероятно. Мы ходили и в заповеднике, мы ходили на горы. На самом деле, вот это такая очень конкретная вещь была сделана нами. Мы сначала туда сходили просто, по сути, как туристы, посмотрели, как бы, как дела, как там местный зоопарк поживает и прочее, а потом появилась возможность просто помочь очистке вольера. То есть там сейчас содержится довольно большое количество животных, крупные животные рогатые, и у них огромные вольеры. И силами людей, которые там работают, убрать это не всегда возможно, потому что, ну, блин, это огромные пространства, огромные животные, нужна помощь. И мы смогли эту помощь оказать, и это, конечно, тоже очень здорово. Вот, то есть здесь как бы и какой-то туризм, и что-то полезное. Я обожаю, когда, скажем так, удается что-то такое совмещать. Мы были на плато Большой Бербамбы, когда это было, получается, где-то 4 часа утра. Мы туда поехали, мы видели все эти виды, и это был, конечно, восторг. Потому что до этого я никогда не видел такое масштабное событие. Вот это было невероятно. Плюс, все-таки, конечно, все это сопоставлялось с некоторыми испытаниями. Ты все-таки должен был встать, ты должен был поехать туда, мы все должны были собраться, преодолеть этот холод, это дискомфорт, но по итогу это все окупилось многократно. Там есть и активный спорт. Мы же на конях ездили, я обожаю кататься на лошадях. И там абсолютно регион крутейший для этого. Куча всяких местных пород, куча всего интересного. Ну, Кавказ славится лошадьми, это очень круто. Конечно же, всякие активности, связанные с каким-то культурным времяпрепровождением. Ну, опять-таки, мы ходили в заповедник, при заповеднике есть тот же самый музей. Довольно здорово и интересно, люди следят за этим, там все очень круто, интересно. Поэтому, безусловно, это тоже вполне себе аргумент туда поехать.
Карачаево-Черкесия для меня это некоторый такой простор. Это вот эти виды, это природа и горы. Потому что когда ты там, у тебя все-таки душа, она реально отдыхает. Ты смотришь из любой точки, вот мы в первый день приехали, только разложились, вот в ночь, как бы темно, дождь, ты особо ничего не видишь вокруг, просто кидаешь вещи, ложишься спать. На утро ты просыпаешься, перед тобой гора. Ну, то есть это было, конечно, невероятно. Спасибо большое моему вузу, Мира. Очень крутая поездка, и, конечно же, она не могла бы произойти без содействия Карачаево-Черкесского государственного университета, им тоже большое спасибо. Вот. Ну и, конечно, когда мы поехали в Тибердинский национальный парк, все было тоже замечательно, спасибо им, что тоже помогли все организовать. Открывать не только что-то красивое вокруг, но и что-то внутри себя. Вот, мне кажется, слоган должен быть какой-то такой. Ребят, учитывая, что все-таки регион кажется каким-то экзотическим, все-таки это Кавказ, это что-то такое, может, не совсем знакомое. Все то, что мной лично было там пережито, оно не забудется никогда, и, конечно, я, еще раз повторюсь, хочу туда вернуться. И вот это вот желание вернуться очень часто всплывает во мне. Поэтому я могу честно сказать, я скучаю по Карачаево.